Знаешь, Айла... Чего? Ты мне мешаешь. Ты чего? Я же стараюсь помочь. И да, Тима, которая скачала танки всего как 2 недели, против ебаной сборной Нави в старом составе. Я прямо-таки соскучилась по этим денькам. Сеструха сказала, что если ехать со скоростью 50 км в час, то уедешь на 50 км всего за 1 час. Удивительно, правда? Что такое? Мой взгляд на мир чуть не пошатнулся. Знаешь, я, кажется, люблю тебя. Спасибо тебе за то, что ты мой напарник. Питчи дарото, шёжо дарото. Мя-сан ва ваташи но дайски на онэ-чан десу. Дын-дын-дын-дын-дын. А я тебе ноги нахуй отпилю, гандон. Каждый день какая-то приходит и пытается снести мой замок взрывной магией! Вы чё, совсем с головой не дружите? Но если выслушаешь меня, сестрица пойдет с тобой на свидание. Люблю девочек помладше. Эй, это как понимать? You say it isn't gay. Well, I'm here to tell you, it's fucking gay! Jojo! This place is the best. It's got beer, games, prizes, and you can never tell what time it is. You sold a gun to a murderer so you could play video games? Yeah, sure. I mean, if you spend all day shuffling words around, you can make anything sound bad, Morty. Here, check this out. Эй, это земля. А чё с ней? Она грязная. Just who the hell do you think I am? We'll be right back.
Я вам расскажу, каково это в свои 22 года быть анимешником. Вообще, вы и сами, наверное, знаете, что у нас в стране аниме только-только начало приживаться и хоть как-то котироваться. Но то 2018. А давайте мы с вами вернемся на 13 лет назад, в 2005, когда мне было всего 9, и я только-только каким-то случайным образом познакомился с таким видом, как мне тогда казалось, мультиков. Мне часто задают вопрос, какое было мое первое аниме. Я всегда затруднялся на него ответить, так как реально не помню. Я всегда делаю ставку на то, что это либо покемоны, либо Sailor Moon. Да и в принципе, не так важно, что было первым. Главное то, что с этого моя жизнь реально начала наполняться красками и очень интересными открытиями. Но вместе с этим и жутким временем непонимания и отвержения со стороны сверстников. Нет, я не был из тех анимешников, которые бегают по городу и някают. Я был самым обычным парнем, каких тысяча, и ничем внешне ни от кого не отличался. Наши различия между моими товарищами открылись как раз-таки в мышлении и мировоззрении. В них не было ничего творческого и что-то новое, то, что не устоялось еще в обществе, для них как ночной кошмар. Из таких людей преимущественно и состоит наше общество. К сожалению, а может и к счастью, я тогда этого не понимал. Не понимал, почему такие люди сбиваются в группы и, подобно вирусу, распространяют свою правду на людей, у которых совершенно другой взгляд на те или иные вещи. Я также с этим столкнулся, и благо мне удалось избежать этого пагубного влияния тех людей, которые сейчас подобные им работают вместе со мной, ходят по той же улице, что и я, и у которых нет ни капли жизни на лице. Эти люди стали заложниками своей же идеальной схемы поведения в обществе. Как роботы. В этой безликой серой массе трудно найти себе товарищей. Но, кстати, благо сейчас 21 век, и интернет-ресурсы сейчас на самом пике. Каково это все-таки быть анимешником в свои 22 года? Но, скажу так, если ты не будешь ничем странным выделяться, то вполне нормально. Ты такой же обычный человек, как и все. Но если вдруг, допустим, люди взрослые, допустим, увидят у тебя аниме-обои на смартфоне, то они уже будут как-то косо на тебя смотреть и думать, мол, господи, взрослые малые, а все мультики смотрят, да еще и вон какие уродливые, ну и классища. Но тут ключевое слово именно «думать». В отличие от подростков и детей, взрослые люди не будут говорить об этом напрямую, прямо в лицо. Вместо этого они втихаря расскажут своим знакомым, твоим знакомым, коллегам и так далее. И тогда уже все начнут шушукаться за твоей спиной. Лично мне всегда было плевать на такие штуки. Я никогда не скрывал своего увлечения и всегда говорю это прямо в глаза. Когда мне пытаются с каким-то язвительным сарказмом как-то над этим пошутить, я просто все подтверждаю и забиваю, так как с такими людьми спорить бесполезно. Их уже давно поглотил стереотипный общественный зверь, и их уже не спасти, к сожалению. Поэтому, наверное, я все же подытожу и отвечу на тот вопрос, каково мне живется анимешником в свои года. Ответ – прекрасно. Главное – забить на всех остальных, кто не способен принять что-то новое в своей жизни и двигаться дальше, невзирая ни на что. Самое главное – помнить, что это ваша жизнь, и что вы ее живете, а не те, кто вас окружает. Не стоит из-за такой мелкой вещи, как мнение, себя в чем-то ограничивать и сковывать. Живем один раз, и только мы решаем, как проживем эту жизнь. Смотрите на шкафчики. Они одинаковые, да? Но не этот. Этот особенный. Он принадлежал девушке, покончившей с собой. Клэй, хватит. Видите эти постеры с надписями «Самоубийство не выход»? Раньше их не было. Их повесили из-за нее. А почему она это сделала? К ней отнеслись, как к мусору. Дженсен хорош. Но никто не хочет этого признавать. Все просто делают плакаты и мемориалы. Все, блин, такие милые, пока не доведут тебя до самоубийства. Но правда всегда выйдет наружу.